Привет, друзья, с вами Кик. Есть два типа инвестиций. Первое – это активные инвестиции. И второе – конечно же, пассивная инвестиция. К примеру, если вы покупаете дом и даете в аренду, это пассивная инвестиция, потому что окупательный период очень долгий. Ну да, есть возможность купить дом, сделать хостел, чтобы оно окупалось более быстро. В любом случае, такая инвестиция – это пассивная инвестиция. Покупать акции – это тоже пассивная инвестиция. Если вы не, у вас нет информации, конкретной инсайдерской информации, что вот нужно покупать в это время и вот в этом промежутке нужно продать. Еще один пример – это инвестиция в криптовалюту. Это тоже пассивная инвестиция, потому что ваши деньги, они заморожены. Прежде чем делать инвестицию в криптовалюту, нужно понять, насколько вы готовы заморозить свои средства. Это во-первых. Во-вторых, я над чем сейчас работаю? Над тем, чтобы в этом промежутке, когда я купил много криптовалют, немного в том смысле, что разные, а много волюм по количеству. Я думаю, как я и конечно, как инвестор, я жду, когда эти криптовалюта поднимется в цене. Но в любом случае это замораживание моих средств. Поэтому я сейчас работаю над тем, чтобы, как, к примеру, если у вас есть золото, если у вас есть деньги, вы покупаете золото, все, эти деньги трупы, да? Но есть плюс в том, что это золото можно дать в залог, взять деньги по какому-то проценту и вот эти деньги использовать для активного инвестирования. Так вот, я сейчас ищу, там некоторые есть компании, которые это предлагают, но пока, по крайней мере, я не нашел ту, которая как бы хоть дает insurance, застраховывает этот залог. Я ищу компании, которые, в которых я могу как залог оставить криптовалюту, взять средства и инвестировать в активный бизнес. Что лучше в этом случае? То, что, по сути, я не продаю, я не теряю свой капитал. В реал-эстейте, кто занимается в продаже недвижимости, есть одно правило, есть три правила, да? Это место, место и еще раз место. Так и есть. А касательно инвестирования, в этом плане есть тоже три правила. Не терять средства и не терять средства. Когда вы продаете что-то, чтобы инвестировать где-то, это очень рискованно. И по сути, если не получится, вы потеряете средства. А с помощью, к примеру, такого механизма, когда вы то, что у вас есть, вы отдаете в надежные руки, там есть страховка, там есть история компании, что компания не закроется и возьмет все и исчезнет. В таком случае и процент, под какой процент вы берете эти средства, очень важны, потому что вы должны инвестировать туда, где этот прибыль от второго инвестирования покроет процент и долг. В таком случае, если тут будет проблема, во-первых, у вас есть время, чтобы не только по-малому погасить залог. Очень важно, чтобы вы не все давали в залог, потому что там, к примеру, я только 30% готов дать залог, чтобы взять средства и инвестировать еще где-то для активного инвестирования. Потому что если что-то случится и моя вторая инвестиция активная не сработает, у меня есть тут долг, который я должен по-маленькому каждый месяц, скажем, 3 года закрывать. Но плюс у меня вообще есть страховка 70%, что в случае того, что я не найду другие средства, другие компании, в которых я могу быстро вложиться, сделать бизнес или открыть бизнес, не надо все время вложиться. Можно и сам открыть бизнес.
В случае того, если все, ничего у меня не получится, у меня есть там 70% гарантии того, что я в любом случае этот еще могу оттуда взять, скажем, 20% или 10% взять, поставить в залог, не продать, чтобы закрыть этот, нет, оставить в залог, чтобы немножко времени еще я бы смог вот эти проценты отдавать, пока не найду какой-то бизнес. Так вот, если кто-то из вас знает, друзья, какой-то сервис, я не говорю про Salt, я не говорю про Harbor, про гарантированные. Так вот, друзья, если кто-то знает гарантированные сервисы по малому проценту, где я могу поставить криптовалюту в залог, напишите в комментариях, мне это будет интересно, и думаю, многим людям это будет интересно. Но вот тогда, когда банки будут представлять вот такой сервис, это будет вообще супер. Скажем, до 80% годовых. Потому что без этого это пассивная инвестиция. И я бы хотел превратить часть из этих инвестиций в какой-то активный движущийся, инвестировать в какой-то активный движущийся проект. Вот и все. Спасибо всем. Пока.